любимца нашей площадки, ну, любимца многих площадок. Он теперь у нас на расхватистый, жжет по городам и весям. Итак, встречаем автор-исполнитель, поэт, музыкант Александр Юлин. А приготовится Николаю Ершову. Спою такую песню традиционную для этого времени года. Осенняя песня. Сейчас я хочу спеть песню, которую я выучил совершенно недавно. И по такому случаю я преподаю гитару в городе Лыткарино, недалеко от Москвы. И там отмечали, это огромный дворец такой сталинский, дворец культуры, даже не дом культуры, а дворец культуры, они всегда поправляют. Вот. И там отмечали праздник столетия комсомола. И они говорят, спой нам что-нибудь это. Там огромный зал на 1000 человек, весь был битком забит комсомольцами бывшими. Говорится, бывших комсомольцев не бывает, да? Вот. И говорят, спой нам что-нибудь такое, там, бардовское, там, походное. Вот. Я им предложил, там, за туманом, там, люди идут по свету, там, или еще что-то. Они, нет, 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 это нам не подходит. И прислали мне песню, она называется «Глобус». Вот. Я, честно, я первый раз, вот они мне
Ну, я потом залез в интернет, послушал. Я первый раз услышал эту песню. Вот. Ну, вот какие-то вот 3 дня я ее выучил. Я вот даже тут приклеил такие наклеечки, потому что там телевидение было, и чтобы это не опозориться. Но главное теперь не опозориться здесь. Значит, песня называется «Глобус». Я не знаю, где мы встретимся. Вот хорошо, что вот как будто я это специально, а на самом деле я слова забыл. Я не знаю, где нам встретиться в этом. Да елки-палки. Я чего не одел? Нам будет. Все, все, все. Я не знаю, где встретимся в этом мире с тобой. Глобус крутится, вертится, словно шар голубой. И мелькают города и страны, параллели и меридианы. Только тех пунктиров нету, по которым нам бродить по свету. Давайте, комсомольцы! И мелькают города и страны, параллели и меридианы. Только тех еще пунктиров нету, по которым нам бродить по свету. Знаю, есть неизвестная широта и широт, где нас юность тужба непременно сведет. И тогда узнаем мы, что смело каждый брался за большое дело. И места, в которых мы бывали, люди в картах мира отмечали. И тогда узнаем мы, что смело каждый брался за большое дело. А места, в которых мы бывали, люди в картах мира отмечали. Если бури стремительной вдруг нагрянет беда, знаю, дружба решительно нам поможет всегда. Потому что мы народ бродячий, потому что нам нельзя иначе, потому что нам нельзя без песен, потому что мир без песен тесен. Потому что мы народ бродячий, потому что нам нельзя иначе, потому что нам нельзя без песен, потому что мир без песен тесен. Вроде все. Спасибо.